В Тверской области ведется большая работа по подготовке и сохранению кадрового потенциала для самых разных отраслей. Это повышенные стипендии, компенсация затрат, связанных с прохождением производственной практики в сфере АПК, а также выплаты учителям перед началом нового учебного года. Подробности рассказал глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия-24 Тверь». Подготовка и сохранение кадрового потенциала на Тверской земле – это одно из ключевых направлений работы регионального правительства. На сегодняшний день есть потребность в самых разных отраслях, в том числе в сфере агропромышленного комплекса. В регионе ряд учреждений готовят специалистам по таким направлениям. Это сельскохозяйственная академия и несколько колледжей. В процессе всех студентов ждет производственная практика на предприятиях. Зачастую приходится ездить, например, в соседний муниципалитет, что бьет по карману. В связи с этим у молодежи из Зубцова был вопрос, который они адресовали главе региона в рамках прямого эфира на канале «Россия-24 Тверь». Скажите, есть ли в регионе программа организации практики для студентов сельхозколледжей и вузов, включающая обеспечение практикантов проездом, проживанием и питанием? Как пояснил глава региона, сразу ряд крупных предприятий, заинтересованных в новых кадрах, предпринимают меры для того, чтобы привлечь молодежь еще на этапе знакомства с профессией. Это сами предприятия, которые сегодня формируют себе кадровый резерв, ряд компаний, значит, которые сегодня и оплачивают молодежи транспорт, и питание, и проживание, еще даже делают определенные выплаты для того, чтобы они приходили на практику и работали на этих предприятиях. Кроме того, с этого года увеличено количество бюджетных мест для СПО, а сама учебная программа будет сокращена почти на год по ряду направлений. Еще у региона есть потребность в медицинских кадрах. С этого года в систему среднего профессионального медицинского образования внедряется механизм подготовки кадров по целевым договорам. Абитуриенты при поступлении заключают договор с организациями здравоохранения и муниципалитетами области, а студенты берут на себя обязательство отработать в больницах 2 либо 3 года. Регион готов предоставить таким студентам ежемесячный и ежегодные выплаты, в том числе повышенные стипендии. Кроме того, в завершении эфира губернатор отметил и поддержку действующих специалистов в системе образования. Так, к началу нового учебного года работники этой сферы получат выплаты. Мы приняли решение в этом году провести выплаты нашим преподавателям к 1 сентября. Всех, в том числе и дополнительного образования. Традиционно уже это стало у нас таким направлением работы и техническому персоналу. Выплаты получат свыше 40 тысяч работников из 1125 организаций. Это школы, детские сады, включая частные колледжи, организации дополнительного образования, спортивные учреждения, детские дома и дома ребенка, школы-интернаты, реабилитационные центры. Для руководителей, воспитателей, педагогов выплата составит 10 тысяч рублей. Для помощников воспитателей, сторожей, повара, бухгалтеров, уборщиков и другого персонала – 5 тысяч рублей. Выплаты должны поступить до 1 сентября.